Всем привет, вы на моем канале, с вами Дмитрий Михайлов, Comment.by. Смотрите, сейчас перед вами противопожарный узел утепленный. Я их частенько ставлю, но не было возможности записать. То вот рейс садится, то еще какая-то причина. Этот узел ставлю очень часто на банных печах, потому что пожаробезопасность здесь на первом месте. Внутренний диаметр идет 200, то есть по центру 115 на 200. Снаружи ставится вот такая бичайка, она 300 диаметра. И плюс еще снаружи добавляем 450 бичайка. Внутрь армированный утеплитель стоит, руковый Iron Mat. Эти узлы уже проверенные, очень давно их ставлю. И сам экран 600 на 600. Вот его лицевая часть. Ставим, красиво будет. И главное, что пожаробезопасно. Смотрим, я его поставлю сейчас на этом объекте, на следующем объекте я вам покажу. То есть вот как он представляет, как вернее выглядит он в установленном потолке, непосредственно в бане. Внутренняя труба 115 на 200, сэндвич труба, единица, конечно. Вот мы видим зазоры воздушные и 70-ка еще изоляция. Руку Wired Mat, только армированный утеплитель. Все, видим, что нигде примыкания к дереву нет. Балки зашиты базальтом. Здесь такая же ситуация. Видим. Все, здесь возгорания быть просто не может. Никакого. Стык у нас тоже перед потолком и после потолка, как вы видите. Их противопожарных узлов очень большое количество. Поэтому их нельзя подогнать под один стандарт. То есть каждому объекту свой противопожарный узел. Потому что этот узел не везде становится, он довольно громоздкий. Поэтому, купив там противопожарный узел за $20 и думая о том, что засыпите его керамзитом и будет все в безопасности, нет, такого не будет. Это кот в мешке. Поэтому людям, которые продают продукцию, им, конечно, проще продать, не загоняясь, жестянку там, с коробом, с круглым, либо с квадратным и экраном. Это просто. Вещи стоят денег. Особенно ваша безопасность, потому что на $20 заплатив, какая безопасность здесь? Да никакой. Все перед вами. Еще раз отошел немножко от темы противопожарный узел утепленный. Конечно, с вами был Дмитрий Михайлов, магазин дымоходов Comment.by, а также установки дымоходов из нержавеющей стали. Все, подписывайтесь на мой канал. Пока.